Объем инвестиций в основной капитал страны планируется довести до 20% к ВВП в 2020 году. Таким образом, Казахстан намерен привлечь в экономику в текущем году более 28 миллиардов долларов. Об этом было сказано в ходе расширенного заседания правительства в Нур-Султане. По словам спикеров, сегодня в республиканском инвестпортфеле находится около 2000 проектов на общую сумму в 44 триллиона тенге. Их реализация позволит сохранить ежегодный рост экономики на уровне 5%. К слову, в этом году будет предпринят также ряд мер по улучшению делового климата. Ожидается, что это откроет дорогу предпринимательству для участия в государственных закупках. До 1 июля текущего года будет разработана стратегия денежно-кредитной политики и выработаны предложения по развитию инфраструктуры хеджирования. Также будут выработаны меры по развитию безналичных расчетов и созданию национальной платежной системы. Реализованы меры по обеспечению доступа к рынкам сбыта и развитию электронной торговли. До конца этого года будет принят закон о техническом регулировании в новой редакции. Запущено единое окно правительства для бизнеса в целях доступа предпринимателей, господдержки и консультации.